Это последний наш разговор. Это последняя страшная встреча. Холод на стеклах рисует узор. Знаешь, а правда же, стало легче. Знаешь, а впрочем, тебе и мне выпало в жизни особое счастье. Поговорить, наконец, в тишине, чтобы потом, наконец, распрощаться. Чтобы не помнить и не жалеть, не упрекать тебя, не сомневаться. Надо же было так не успеть. Надо же было так попрощаться.